Для изготовления вот таких красивых пуговиц из ткани нам понадобится пресс, насадки для обтяжки пуговиц, у меня это номер 20 для пуговиц 12,5 мм, а также заготовки, шляпки и ножки. Меняем основание с большего диаметра на меньший, оно у меня было в комплекте с прессом. Насадка для обтяжки пуговиц состоит из трех деталей. Это тонкий цилиндр, деталь с пружинкой и деталь, в которую вставляется шляпка пуговицы. И сначала нам нужно заготовить кружочки. Я беру верхнюю деталь насадки с большим диаметром, беру ткань предварительно продублированную и обвожу на ткани нужное количество кружочков. Аккуратно вырезаю и полученный кружочек накладываю на верхнюю деталь насадки. Накладываю заготовку шляпки и продавливаю вовнутрь. Таким образом ткань сложится вот в такие волны. Их можно слегка вот так вот поправить вовнутрь, но если ткани скользкие, то этого недостаточно, и пуговица может получиться некачественной. Поэтому я вырезанный кружочек собираю на ниточку, вкладываю заготовку и затягиваю. И получается вот такая заготовочка. Вставляю в насадку, слегка утапливаю. Не забываем вставить ответную часть, ножку, в нижнюю часть насадки. Вставляем одну насадку в другую и опускаем рычаг пресса. И получается вот такая вот красивая пуговка.